Приветствую всех домашних мастеров и любителей инструмента. В этом видео посмотрим цену на гидравлические обжимные клещи YQK70. Обжим от 4 до 70 мм квадратных. 8 тонн. Кейс в AliExpress. Заходим на сайт «Поиск ручных электроинструментов». По ссылке под этим видео нажимаем кнопку «Посмотреть цену». Цена актуальна на 10 мая 2019 года. Стоимость $20.07. И доставка в Россию платная $24.60. И общая стоимость для России будет $44.67. Такой вот девайсик. В кейсе все как положено. И параметры я уже вам зачитал. Теперь посмотрим стоимость доставки в другие регионы. Насколько она увеличит стоимость, например, для белорусов. Этот продавец, курьерская служба не доставляет выбранную вами страну, регион. Понятно. Но не расстраиваемся. Найдем и для белорусов. Потому что есть. Такие инструменты здесь можно найти. Так, Казахстан. $33.41. Ну вот, плюсуем. Ну, в принципе, нормально. Это не критично. Итак, еще смотрим Украина. $40.16. Ну вот, в сумме $20.07. Плюсуем стоимость. Каждый регион в свой. Сколько ему там получится потом, и вы будете знать стоимость общую. А для тех, кто хочет сэкономить при покупке в интернет-магазинах, есть вот такие вставочки. Скидки в России, скидки в Украине, скидки в Беларуси, скидки в Казахстане. Как говорится, welcome и экономьте свои кровные денежки. А экономить — это нормально и очень даже выгодно, потому что на сэкономленные деньги можно купить еще кое-какие-то инструменты, на которых вы даже и не думали, и не планировали. А так денежка сэкономится, и, пожалуйста, можно покупать. Вы были на канале «Поиск ручных электроинструментов». Это действительно удобный шопинг для всех домашних мастеров и любителей инструмента.